Вот так один за другим с набережной вывозят короба, наскоро сколоченные для сезонной стихийной торговли. Спорить с сотрудниками в форме никто не хочет. Из 20 незаконных объектов 13 самостоятельно вывезли их собственники. Еще 7 изъяты отделом ГИБДД. Движимое и недвижимое имущество на эвакуаторах отправляют на спецплощадку. Запрещается выставлять на тротуар, проезжающая дороги, посторонние предметы, не имеющие отношения к проезжающей. Это пешеходный тротуар. Вам никто не говорит, что это проезжая часть. Нет, правильно. Здесь все правильно. Поэтому все наши действия вы можете обжаловать в суде в течение 10 дней. В выходные на Верхней набережной продолжился рейд, начатый еще в пятницу. Тогда Юрий Поляков с подчиненными проинспектировали маршрут от русских ворот до отеля «Капитан». 30 незаконных конструкций были убраны в тот же день. В субботу полиция и управление торговли прошли от морпорта до санатория «Маяк». Свою деятельность вернули еще 20 нелегалов. В одном из павильонов на прилавке обнаружены бутылки с очень характерной жидкостью. Суррогатом торгуют, почти не скрываясь. Но к визиту полиции явно были не готовы. Давайте пройдемте вместе с вами, посмотрим визуально. Да, посмотрим, что есть. Давайте. Меня не снимайте, хорошо, пожалуйста. По результатам осмотра и актирования изъято 260 литров суррогатного алкоголя. На физическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении.